9 октября в субботу в поликлиниках Люберец можно пройти комплексное медицинское обследование всей семьей. Диспансеризацию проводят в рамках программы «День семейного здоровья» по всей Московской области. В Люберцах прийти на осмотр к врачам можно в выходной день. В субботу с 9 до 13 часов врачи будут принимать взрослых и детей в двух поликлиниках округа. В отделении номер 6 по адресу улица Назаровская, дом 3, и номер 10 в микрорайоне «Птицефабрика». Пациенты смогут пройти консультацию терапевта и педиатра, сдать кровь, измерить внутриглазное давление и сделать флюорографию. В зависимости от показаний можно пройти ЭКГ и маммографию. Предварительно необходимо записаться на сайте госуслуг в разделе «День семейного здоровья».